Добрый день, любители радиоуправляемых моделей. Вновь наш небесный тихоход По-2 в деле. Сегодня облетываем модель новой сборки. Вот такой вот красавец. Чистенький, яркий. Пока еще муха не сидела даже. Сегодня поднимем его в небо в достаточно сложных погодных условиях. Тем не менее, на этой модели мы уже летали в довольно сильный ветер. Самолет справляется, несмотря на то, что это биплан. И сегодня мы еще раз в этом постараемся убедиться. Перед взлетом проверяем управление. Руль высоты работает, элероны, все отлично. Руль, направление, тоже все адекватно. Можем взлетать. Сегодня у нас вот такая площадочка. Снежок не глубокий, я думаю, что модель должна взлететь с земли. Ну, ставим против ветра, практически поперек полосы. Разгон будет небольшой, но благодаря ветру, я думаю, что взлетим почти без разгона. Ну что ж, поехали. Так и получилось, ребята. Взлетели практически без разгона. И сразу же зависаем на одном месте. Чуть-чуть модель требует тренирования. Сейчас разберусь, куда ее ведет. По рулю высоты, кстати, попал удачно. Практически не требуется никуда его отклонять. Элероны чуть-чуть влево. Ну и все, полетели. Вот он наш кукурузничек. Проходы перед собой сегодня получаются с боковым ветром, а вот сейчас практически зависаем на одном месте против ветра. Ну, чуть-чуть обороты можно сбавить будет. Да, унесло. Немножко силу ветра не рассчитал. Красиво летает. Сколько уже этих моделей собрали, ни одна не выкинула никаких неожиданностей. Летают все, летают отлично. Если бы недостаточно большая сложность сборки бипланной коробки, чтобы ничего не перекосило, чтобы все эти расчалочки, растяжечки были ровно натянуты, можно было бы рекомендовать модель как первую полукопию после тренеров. По управляемости от тренера отличается очень мало. Чуть-чуть потяжелее, чуть-чуть побольше газу требует, но за счет двух крыльев летает примерно так же, как и тренировочная серия. Отличный аппарат. Еще одна золотая модель в нашей коллекции. Самолет для удовольствия, для полетов, для расслабления, для души. Просто замечательный аппарат. Несмотря на достаточно сильный ветер, прекрасно управляется, отлично летит. И никаких сложностей в управлении даже не предвидится. Летаю в полгаза. Это его нормальный крейсерский режим полета. И давать оборотов больше смысла просто нет. По крайней мере, если не хотите
исполнить на нем какой-либо пилотаж. Сегодня я, конечно, ничего серьезного крутить не буду, слишком сильный ветер. Просто полетаем и попробуем в некоторых проходах позависать на одном месте. Сейчас сделаем низкий проход. Специально обороты прибрал, чтобы поспокойнее шел. Ну, с боковым ветром, конечно, контроль требуется. Еще разок. На третий газа примерно идем. Ну, в набор высоты, конечно, на таких оборотах идти сложно. Чуть-чуть оборотики надо прибавлять. Развороты по ветру, как видите, довольно резвые сегодня. Поддувает хорошо. О, висим практически напротив себя. Красота. Ну, действительно, один из самых любимых самолетов в коллекции. Так, опять почти зависли. Ох, порыв налетел. Вперед почти не продвигаемся, держимся на одном уровне. Такой вот сегодня ветер. Ну что ж, таймер у нас последние секунды отсчитывает. Пролетать, конечно, можно как минимум вдвое дольше. Это один из наших первых рекордсменов по длительности полета, 21,5 минута, но все-таки в теплую погоду. Сегодня мы рекорды ставить не планируем, да и погода немножко не та. Еще немножечко полетаем, еще немножечко покружим и будем приземляться. Практически по вертолетному. Не зря, ребята, по два входит в золотую коллекцию наших моделей. Вы сами видите, на что способен этот аппарат в воздухе. Даже несмотря на то, что его сегодня вот практически уносит, из рук вырывает ветром. Тем не менее, даже такие погодные условия для этого самолета не преграда. Летает просто изумительно. Однозначно рекомендуем к сборке всем любителям старинных моделей, этажерок, бипланов. Ну и модели времен Второй мировой. Этот аппарат тоже весьма достойное место занимает в этой линейке. Приобрести эту модель вы можете в нашем интернет-магазине, как в виде уже готового самолета, так и в варианте конструктора для самостоятельной сборки. Модель действительно достойна того, чтобы быть в вашей коллекции и получать удовольствие как от внешнего вида этого самолета, так и от полетов в практически любую погоду.
А на сегодня наши полеты завершены. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте заходить на форум. Он специально создан для вашего общения. Там вы можете спросить советы, поделиться информацией, найти себе друзей в своем регионе. Социальные сети, группа ВКонтакте самая активная у нас. Тоже постоянно работаем, постоянно отвечаем на ваши вопросы. Присоединяйтесь. И самое главное, сейчас открылся центр развития моделизма, где вся информация по моделям, по технологиям их сборки, по инструментам, все собрано подробно, по полочкам, по порядочку, и искать эту информацию стало гораздо легче. Ну и на этой позитивной ноте я с вами прощаюсь. Будьте с нами, смотрите нас. До свидания. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ждите новых видео. До встречи! Играем по-взрослому!